Ученица обновленной, не считая бесплатной. Ваше мнение, карты Таро — это работа с посторонним миром или это энергия высшего уровня? Нет, это энергия не высшего уровня. Это энергия объяснения работы этого генитурного вектора человека. Снимаются образы, отпечатки, которые написаны на судьбе человека, и эти карты показывают. В случае, если карты показывают и то, что происходит, совпадает, то тогда человек не вредит человеку, его работа для него оценивается как хорошая работа. В случае, если вы предсказываете события, которые изменяют судьбу человека, и ваши карты работают неправильно, то в дальнейшем у человека появляется заболевание, обычно это сердечные заболевания, заболевания сосудов и так далее. Одним словом, показывая на картах, не обманывайте людей.